Здравствуйте, дорогие огородники! У меня пришло время убирать озимую морковь. Хотя у нее ботва и зеленая, но дело в том, что по времени и по сроку она уже должна достичь своей спелости. Иначе она может пойти сейчас уже в цвет, начать по новой прорастать, будет грубой, невкусной. Тем более, что сажал я как бы ранний сорт. А сзади у меня растет морковь, которую я, конечно, сеял весной. Ее, естественно, убирать еще рано. Сейчас только середина августа. Тем более, что сеял я ее поздно, и убираться она будет в сентябре. То есть где-то она убираться будет на полмесяца позже, чем убираться вот эта вот озимая морковь. Итак, начнем уборку. Итак, морковку я выдернул. Хотя и с трудом пришлось прибегнуть к лопаточке, поскольку все-таки ж зимой грунт уплотнился. И в этом году были очень много дождей. Еще дополнительно уплотнялся грунт, хотя я немного ее, конечно, рыхлил, полол, прореживал. Но вот где проредило чуть похуже, там морковка, естественно, мелкая. Где получше, где стояли экземплярчики более свободно, там она, конечно, получше. Что меня порадовало, так это то, что я смотрю, она абсолютно лишена воздействию морковной мухи. То есть нигде нет ни одной червоточинки, ни на мелких экземплярах, ни на покрупнее, ни на каких. То есть я вижу, что морковка вся прям целехенькая, морковная муха нигде не сделала ни одной точечки. Вот это, конечно, очень здорово. Все-таки же, значит, наверное, она просто не смогла подобраться к этой моркови. Хотя ничем таким против мухи я не обрабатывал. Все, как я за ней ухаживал, есть в предыдущих видео. Что хочу сказать. Может и стоит, конечно, посеять небольшое количество моркови под зиму, для того, чтобы ее вот именно пораньше убрать и использовать ее для всевозможных закруток, что мы и будем делать. То есть сейчас у нас идет активный период всевозможных зимних заготовок, и, конечно, морковь во многие рецепты, во многие зимние салаты идет. На хранение, я думаю, оставлять я ее не буду, поскольку на хранение у меня растет морковь, которая была посеяна весной, и убирать я ее буду позже, поэтому и хранится она все равно как бы меньше будет период. Тем более, что у меня нету погреба, и морковь я храню в сухом песке, достаточно теплом помещении, относительно, конечно, теплом помещении в кочегарке, а сейчас там еще все равно температура достаточно высокая, и, естественно, эту морковь лучше использовать как можно раньше. То есть первую, естественно, ее мы будем кушать и использовать, еще раз повторюсь, закрутки. На этом сегодня все. До свидания, до скорых встреч.